пойдем тут. Где? А, пойдем. Готово, конторват? Вот едем мы. Вот на таком туте. Вчера мы с ним ездили в плавучую деревню. Классный чувак. Сегодня мы с ним едем в Анкор-Ват. На целый день с ним договорились за $15. Он предлагал, ну, мы просили 10 долларов. Он говорит, это, говорит, очень мало. Мне, типа, ничего не останется. Потому что, говорит, заправить тук-тук там, типа, 5 баксов на целый день. Говорит, $2 поесть, и мне, говорит, остается там $8. А если, говорит, $10, то мне вообще там остается, ничего не остается. Но мы не стали как-то там сопротивляться. $5, в принципе, ничего страшного. Платить хорошему человеку. Сколько? 2 больших взять бутылки? Ну да. Вот мы остановились около маркета. Сегодня мы ночью, вернее, вчера вечером мы здесь были. Покупали здесь пиво, орехи, воду. Приехали в Анкор-Ват. Сейчас нужно купить билет. А билеты есть полные. На один день $37, на 3 дня $60. Купили здесь билеты. Здесь фотографируют. Сейчас дают нам билеты. $37 мы взяли на один день. Вот, one day, $37. Если 3 дня, то $60. Вот такие билеты с датой. Какой-то серийный номер у них. То есть все по-взрослому. Дата, серийный номер. А это правило. Продают полицейский значок. Спасибо. Спасибо. Надо форма, и тоже форму продадим. Бизнес у каждого свой. Hi.
комплекс ёбаный. Я думаю, въехали на территорию храмового комплекса, там была какая-то арка. Мы приехали, и Натали надо закрыть колени, поэтому мы какой-то тут рыночек или что-то такое. А, да, Андрей говорил, что с левой стороны здесь рынок, где дешевые картины. Эй, так вот, наверное. А, вот ряд идет, наверное. Шляпы. А здесь фотосессия участников.